Всем доброго дня! Сегодня у нас по плану проехать к улице Арганбекова. Там же находится и жилой массив Нурсат-2. К сведению, в нашем южном мегаполисе насчитывается порядка 2000 улиц. По протяженности именно наши улицы являются рекордсменами среди казахстанских городов. Общая их длина составляет более 2100 километров. По просьбам моих зрителей я часто в роликах пишу, как называется нынешняя улица и как она называлась ранее. А вот улица Арганбекова, она вообще была безымянной. В самом начале 21 века она была вся в ямах, в куче гравия и глины, узкой и совсем не протяженной. Сейчас мы видим, как идет строительство нескольких многоэтажных домов. Ну а я продолжу вам рассказывать то, что я прочитала в интернете об Арганбекове. Уланбека Алдияровича Арганбекова в 1967 году, когда ему было всего 33 года, назначили заведовать управлением пассажирского автотранспорта области. Это было очень непростое время, как раз после трагичного чимкентского бунта, случившегося в июне 1967 года. Столько тогда в городе было покореженного автотранспорта, а Арганбеков самоотверженно трудился на посту 10 лет. Потом он был направлен руководителем облсельхозтехники, а потом, когда первым секретарем чимкентского обкома партии был Асанбай Аскаров, бюро его рекомендовало на должность первого секретаря Кызылкумского райкома партии. Разумеется, учтя его колоссальный опыт хозяйственника. Асанбай Аскарович, напутствуя его, так и сказал: «Уланбек, очень прошу тебя, сделай из этого отстающего района передовой». И вот исключительно организаторские способности Арганбекова, забота о простых работягах сделали те годы периодом расцвета района. Там царил такой энтузиазм. Через годы пошли победы в республиканских, а потом в союзных соцсоревнованиях, ну, как в то время это и делалось. Ну, жаль, что прожил Уланбек Арганбеков недолгую жизнь. Его не стало в 1999 году. И тогда аким города Балат Жылкишиев пригласил в акимат сына Арганбекова Адильхана, руководившего тогда мощным предприятием «Туркестан-Энерго», и попросил содействия в проведении в порядок этой улицы. Вдобавок еще ряд просьб по решению общегородских проблем, что им и было сделано. Теперь мы все вместе знаем, в честь кого названа эта улица.